27 лет не играл в шахматы, если заново бы зря я согласился, но уж раз дал слово, будем играть. Так что я не знаю, что получится, но попробуем. Окей? Начнем тогда? Да, Сергей Николаевич будет играть с вами в сеанс одновременной игры на 20 досках. Это впервые вообще в мире такое происходит, что президент клуба своим воспитанником давал сеанс. Который 27 лет не играл в шахматы. Ну, дети всего год занимаются с 1 сентября, то есть фора немножечко есть. Да. Да, какая фора? Я уже забыл, что это такое. Сидите, не вставайте. Понравилось. Я считаю, довольно хорошо сыграл. И все пацаны молодцы. Достойно сыграли. Пока что выиграли только двое. Как вообще, вот что тебе дают в жизни шахматы? Ведь все-таки футбол и шахматы — это достаточно полярные такие вещи. Ну вот что именно тебе они дают? Ну, я думаю, они очень похожи. И шахматы помогают играть в футбол намного лучше. Так, теперь. Кто выиграл у Сергея Николаевича? Вдвоем. Я с ними не буду сыграть. Сергей Николаевич, ну это принцип. Алекс.